Приветствую вас, Артём. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Работаю вахтовым методом примерно 5-6 недель на вахте, 3-4 дома. Как только уезжаю на вахту, начинается какой-то вынос мозга со стороны девушки. Постоянные обиды на пустом месте, не так сказал, не так ответил, сидел онлайн в ВК, не писал и тому подобное. Терпения порой уже не хватает. Ну, смотрите, во-первых, как бы идея в том, что человек начал вести себя так, ну, я подозреваю, не сразу. Я подозреваю, что есть какая-то у этого предыстория все-таки. Я подозреваю, что вы начали встречаться какое-то время, и, в общем-то, девушка не сразу начала вести себя так. Вот. Это первое. Значит, нужно понимать контекст, нужно понимать историю, в каком это все происходит. То есть, ну, ситуация, в которой это все происходит. Дальше идем. Следующий момент заключается в том, что девушка вас, скорее всего, ревнует. Это не делает ее плохой. Ну, вообще говоря, это не делает ее плохой. Это не делает ее вот какой-то негативной, да, это не делает ее какой-то ненормальной, это не делает ее, ну, вообще говоря, никакой это не делает, это делает, это просто говорит о том, что есть проблема определенная, эти проблемы нужно решать, в принципе, все. Вот, в принципе, все, что это говорит, в принципе. Вот, но, конечно, здесь вопрос заключается в том, а готова ли, например, девушка что-то решать, видит ли она проблему в этом, да, например, ну, как-то вот считает ли она, что есть какие-то трудности, что есть какие-то сложности, что есть какие-то проблемы у вас, ну, между вами, например, или у вас, или между вами, вот. И, как бы, ну, на мой взгляд, от этого многое зависит, на самом деле. То есть, если там, допустим, ну, девушка согласна с тем, что есть проблемы, вот, между вами, то в таком случае это одно. Вот, это как бы у нее там, ну, другие, другое мнение на этот счет, то это, конечно, совсем другое. То есть идея, она, вот, в принципе, наверное, какая-то такая. Вот, то есть вы, по сути дела, хотите, чтобы мы вам как-то вот подсказали, чтобы мы вам как-то объяснили. Вот, но по большому счету вам нужно самому определиться с этим моментом. Вам нужно самому решить для себя, норма ли это или нет для вас. Вот. В противном случае ситуация просто не разрешится. Вот. Идеальным вариантом будет, конечно, обращение к специалисту, да, к психологу, вот, вместе, вдвоем, и, в принципе, все, вот, такая история, вот. Так что здесь, вот,
такой момент. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Я понимаю, что вас это напрягает, я понимаю, что вам это как-то вот неприятно, я отдаю себе в этом отчет. Вот, но, тем не менее, ситуация, образно говоря, от этого не меняется. То есть, как бы, ну, вы в некоторой степени сами вот такую ситуацию создаете. А вот это то, что я могу вам сказать. Вот это то, что я могу вам ответить. Вот. Ну, опираясь, опять же, на то, что вы пишете. Вот. Такая вот история. Вполне вероятно, что в ваших отношениях есть, намечается определенный кризис. Вот этот кризис необходимо разрешить, потому что сам по себе он, скорее всего, не разрешится. Вот. Ну, вопрос в том, хотите ли вы это делать. Хотите ли вы разрешать этот кризис? Хотите ли вы это делать? Хотите ли вы действительно этот кризис разрешать? Потому что, ну, вполне вероятно, вполне может быть, что вам это, ну, скажем, там, не так интересно, допустим. Вот. К примеру. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. А вот вы пишете, стоит с этим прекращать. Ну, однозначно, сказать нельзя, потому что вы сами как бы можете определить, что у вас, например, за чувства к девушке, да, то есть, ну, какие у вас чувства к девушке. Вот, и если вы ее любите, ну, наверное, отказываться так легко от нее, наверное, не стоит. Но, опять же, это решать исключительно вам. Вот, за вас никто этого запросто не решит. Другое дело, как это все влияет на вас. То есть, видите, вы говорите, что особенности работы такие, что это нежелательно то, как она себя ведет. Так, как это на вас влияет? Давайте с этим разберемся сперва. Ну, чтобы вас это не задевало. А то есть такое ощущение, что вы как будто, ну не знаю, как будто вините себя. Вот, как будто вы себя вините за то, что произошло. Вот. Это не самый лучший расклад, на мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.